кассетная дека педального типа. Модель называется Fisher CR4021. Дека в отличном состоянии. Передняя панель железная, то есть алюминиевый под шампань. Она педального типа. Вот так вот открывается. Закрывается. Значит, произведена полная профилактика. Все работает, в ней функционирует на ура. Ролики, идлеры, пасеки, все поменено. Она не только педального типа, но и, как еще называют, такие, как самолетные тумблеры. Тык-тык, чтобы завелась, надо поработать тут как бы. Ну ладно, это все лирика. Вот так она включается. Тык, кнопочка включения. Выход на наушнички 6,3 мм. Значит, кнопочка рекорд, плей, перемотка влево, перемотка вправо, пауза, стоп, и она же выброс. Вот, значит, головочки у ней из мягкого материала, пермалой хед в идеальном состоянии. Full автостоп, сама выключается с воспроизведения и с перемоток. Есть кнопочка обнуления счетчика. Счетчик у нас трехпозиционный, аналогового типа. Значит, она у нас стрелочный. Индикаторы. Народ это дело любит. Есть Dolby. Вот мы ее так не будем включать. Значит, запись регулировки. Значит, два колеса. Внутренний левый канал, наружное правый. Значит, писать может с микрофона. Линия и диновский там разъем. Сейчас сзади покажу. Поставим сразу на линию. Так, три типа ленты. Ferrum, Chrome, Chrome и Normal. Значит, на Normal поставим. Металла нет. Значит, BIOS, ток подмагничивания в автомате тоже поставим. Это соответствует хрому, это металлу. Поставим его на нормал. И без долбей будем писать. Это вход на микрофон. Если выбрать вот этот вот микрофон, будет писать оттуда. Я уже сколько раз говорил. Если нет вот этого переключателя, вот эти приоритеты здесь есть. Значит, морда алюминий. Бока тоже металл. Крышак без царапин здесь всего. Вот, значит, производство, я уже сказал, Япония. Питание 220 вольт, серийный номер вот такой. Вот такая у ней шильда. Made in Japan CR4021 или 4021. Значит, выходы и входы есть как диновский, вот он. И RCA разъемы. Все, будем писать, слушать, как она работает. Так, так поставим. Значит, что мы делаем? Пауза. Рек плей. Подаем сигнал. Поехали нули. Thank you.
Не помню, говорил, нет, есть выход на наушники. Так, мотает влево-вправо зверь. Гоним до нолей. Так, включаем плей. Пишет 1 в 1. Пауза. Вот это уже запись. запись. Так, она ничего не тянет. Проверим, как она фул автостопируется. Так, отлично. Отлично. Теперь проверим, как она в эту сторону. Все отлично. И... Ой, ну ладно. Плей. Надо что-то сюда записать. Какой-то бред у меня там. Ну ладно, мы проверяем. Автостоп. Все работает. Все крутится, все шевелится. Подведем итог. Профилактика была. Дека педального типа производства Япония. By Fisher CR4021. Питание 220 вольт. Спасибо.